Всем привет, с вами снова я. И я нашел птичку. Она улетает. Ну и все, она улетела. Тема такова. У меня проблемы. Короче. Я сейчас был у хирурга. Мне назначили. Ну, сначала уролог в городе, потом сюда педиатр, а потом операция. Это полный пипец. Это будет не кайфово, не кайфово. Ездить туда-сюда. Короче, вообще жесть. Еще. Короче, когда перед Новым годом я сделаю себе одну такую вещь. Закажу бинбузлд. Да, вообще. И милку с орео. Это будет как мне подарок за то, что я создала канал на ютубе. Я так устал вообще. Жесть. Я как беременная лошадь. Ладно, это что-то был перебор. Ладно. И всем пока. С вами был я, Макс Блэк.